теперь перенесемся непосредственно сюда, в город Курск. Здесь сегодня начали устанавливать надземные укрытия, бетонные. Они будут установлены близ остановок общественного транспорта. Помимо того, что в самом Курске, они будут установлены еще и в нескольких городах Курской области. Укрытие в городе Курске планируется установить 60. Установлена будет основная масса до 1 сентября. Данное укрытие позволяет обеспечить безопасность населения от осколков. Данное укрытие будет установлено на остановках общественного транспорта, вблизи остановок общественного транспорта, также в местах массового пребывание людей, где они находятся. Мы также еще планируем и в парках, и скверах. Ну и власти обращаются к жителям Курской области с просьбой не пренебрегать звуками сирены. Когда объявляется ракетная опасность, необходимо спрятаться в укрытие. Это действительно не шутки, но да, к сожалению, ежедневно по 10, 12, даже 15 раз объявляется тревога. Еще раз подчеркиваю, игнорировать ее нельзя.